привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. Я надеюсь, многие из вас посмотрели мейкап-туториал, где я превращаюсь в дочь-оборотня Клодин Вульф. И в этом видео мы с вами рассмотрим всех Клодин Вульф в линейке Monster High из разных серий. На начало ноября 2015 года их всего 40 в коллекции кукол Monster High, но у меня здесь представлено 38. Кто догадается, каких же двух куколок здесь не хватает, напишите в комментарии. Клодин Вульф обожает экономику и терпеть не может физкультуру. Как и все куклы в этой серии, Клодин настоящая красотка, поэтому отбоя от поклонников она не знает. Правда, сердце ее пока свободно, зато голова занята мечтами о том, как она станет великим дизайнером. Нет такого фаната мультфильма, который бы не знал, как выглядит Клодин Вульф из Monster High, а вот о ее характере известно далеко не всем. Ведь она достаточно скрытная. Уверенная и практичная, она любит выглядеть сногсшибательно, поэтому куклы Клодин Вульф всегда стильные и яркие. Клодин Вульф еще очень молода, ей всего 16 лет, и ее родители настоящие оборотни. В отличие от многих подростков, Клодин очень тепло относится к своим родителям, а вот бесчисленное количество сестер и братьев ее раздражает. Клодин нередко злится из-за поступков ближайших родственников. Даже к романтическим отношениям лучшей подруги Дракулауры и брата Клода девушка долго относилась настороженно и только через большой промежуток времени стала смягчаться. У Клодин Вульф роскошные волосы, смуглая кожа, острые клыки и очаровательные волчьи ушки. Красавица-оборотень гордится своими волосами, иногда их удаляет, чтобы усилить свою привлекательность. Любимый питомец Клодин Вульф – пушистый котенок по имени Полумесяц. Клодин Вульф среди всех предметов, изучение которых представляет школа монстров, больше всего выделяет экономику. Девушка думает о будущем и понимает, что невозможно создать успешную империю моды без знания этого предмета. А вот не любит красавица физкультуру, ведь на этом уроке нельзя носить ее любимые босоножки на высокой и стильной платформе. Кукла Клодин Вульф – изящное дополнение коллекции персонажей Monster High. Без нее компания учеников школы монстров не будет полной. Я надеюсь, вам понравилась моя новая рубрика на канале. Напишите в комментарии, как вам идея и продолжать ли мне снимать такие видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Я вас всех люблю. Be cool and crazy. Пока. Ау!